Поисковая операция развернулась на полигоне Красный Адуй. 4 группы саперов ищут там не разорвавшиеся снаряды. На площадке 3 года производили утилизацию боеприпасов от бронебойных до осколочных фугасных мин, которые пришли в негодность. В сутки здесь уничтожали около 150 тонн оружия. Часть засыпанных боеприпасов оказалась на поверхности почвы, предоставляя опасность для населения. Общая площадь полигона 1600 гектар. Половину из них саперы успеют исследовать этим летом. В настоящий момент сложность – это одна, это высокая трава и большое количество осколков. В нашем деле торопиться нельзя, мы проходим все согласно плану. В день мы разминируем около 8 гектаров.